Когда я начала учиться, было немыслимо, чтобы женщина занималась медициной. Теперь доказано, что умственно отсталые дети могут обучаться. Здравствуйте, сеньора. Мария Монтессори. Я по поводу ребенка. Вы берете таких детей? Это вы о ней заботитесь? Нет. Это образовательное учреждение, а не сиротский дом. Давай. Идиоты всегда останутся идиотами, это не лечится. Ну так заберите ее обратно. Нет, нет, нет. Эта методика, основанная на любви, позволила нам подготовить этих детей к экзамену в начальную школу. Меня зовут Дина. Это был большой успех. Этот успех достигнут очень высокой ценой. Я хочу быть со своим сыном. Это невозможно. Иначе я потеряю работу. Нет, ты мужчина, они не посмеют. Говорите я. Я разработала метод. Нет. Да, расскажите нам историю. Я хочу изменить обучение. Ты заходишь слишком далеко, Мария. Следите за цветом. Наш метод подходит не только для отсталых детей. Зеленый, но и для обучения в обычной школе. Синий. Я не могу позволить подавить меня твоим эгоизмом и честолюбием. Это мой крест, который я должна нести. Моя война, в которой я должна сражаться за права детей. Close doors, I'm a fool for your love.